мог подумать, но обычные ватные диски можно использовать в детском творчестве и мастерить из них необычные поделки. Итак, приступим. Сделаем вот такого цыпленка. Желтой гуашью покроем 3 ватных диска. Еще один диск раскрасим красным. Подождем, пока краска подсохнет. Теперь один из желтых дисков разрежем пополам, а из красного диска вырежем 3 треугольника. Половинка желтого диска станет крылом, а красные детали – клювом и лапами. Осталось собрать аппликацию. Катя приклеивает диски на цветной картон клеем ПВА. Ватные диски не обязательно раскрашивать, можно оставить их белыми и смастерить вот такую пушистую овечку. Нарисуйте контур, а малыш пусть приклеит диски. С такой поделкой легко справится даже самый маленький ребенок. Если на прогулке вы собрали букет из осенних листьев, не выбрасывайте его, несите домой. Из него тоже можно смастерить чудесное осеннее панно. На большом листе бумаги нарисуйте ствол дерева. Ребенок постарше вполне сможет справиться с этим заданием сам. Пока акварель сохнет, срежьте у листиков черенки. Теперь приклеивайте каждый листик к ветке, смазывая его клеем ПВА. Маленький совет. Используйте для аппликации листья маленького размера.